Привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня пришла посылочка, там должен быть телефон Xiaomi Mi Note 3. Стоил он 18 тысяч. Сейчас посмотрим, что же в нем такого там особенного за 18 тысяч. Так, сразу вижу переходничок. Такая коробочка приятная. Продавец положил и пленку, и стекло, потому что я ему писала, говорю, у вас есть стекла, ну, для телефона. Вот он пишет, я могу положить как в подарок, так что сегодня наклеим его как раз. Так, что же в нем такого особенного, значит, у нас? А, диагональ, ой. Еще тут и чехол, что ли, силиконовый есть. Ничего себе. Ух ты, какой классный. Первый раз такой вижу замутненный чехол. Так, давайте посмотрим, пока он у нас включается. Так, это я так полагаю, да, это зарядки. Он ультратонкий, как заявляет продавец, 9 миллиметров. Включаем. Так, диагональ, значит, у нас тут 5,5. Две сим-карты, оперативка 6 гигов, встроенная 64, 8-ядерный. Фронтальная камера 16 мегапикселей. Сзади находятся две камеры. Сейчас мы их сразу отклеим как-нибудь, да. Эти две камеры по 12 мегапикселей каждая. Аккумулятор 3500 мАч. Отпечатки пальцев есть. Это тоже надо все убрать. Отпечаток пальцев у нас вот здесь находится. Так, все остальные технические характеристики смотрите у продавца. Ссылочку я под видео оставлю. Так, давайте и эту пленку, что ли, снимем. Все равно же будем стекло сейчас клеить. Так, пока включается, давайте померяем ему чехольчик. Ну, чехол идеально, конечно, подошел. Но для этого у нас есть другой чехол. Сейчас откроем вот такую еще посылочку. И посмотрим, какой же чехольчик нам пришел для него. И вообще, подойдет ли он. Господи, еще в пакет упаковали. Вот такой якобы противоударный. Он, кстати, гнется, но он... Силиконовый вообще или нет? Какой-то крутой. Здесь даже, по-моему, подставочка должна вниматься. Да, вот так вот, чтобы его можно было поставить. Так, давайте проверим, подойдет ли он. Так, все, вошел идеально. Здесь стоят резинки, которые действительно будут его защищать. Так, проверим. Вот он у нас стоит. Чехольчик стоил, по-моему, 200 с чем-то рублей, что ли, с небольшим. Вот, классный. Тут такое мягенькое все. Так, включается, блокируется. Никаких заторможенностей нет. Но они, в принципе, и не бывают с самого начала. Да, телефон не тормозит. Ну, еще бы он тормозил, у него оперативка 6 гигов. Так, как же наклеить стекло? Для начала нам нужно выключить телефон, потому что он у нас вот до каждого прикосновения, ну, вот здесь обычно срабатывает. Это любой телефон, наверное, так. Так, выключаем телефон и снимаем с него наш чехол. Опачки. Трудновато, конечно, но возможно. Так, обязательно протрем сейчас его. У меня салфеток не нашлось, поэтому берем спирт обычный в аптеке и издалека прям вот так вот чуть-чуть
Брызгаем, протираем телефон. Ой, все трясется у вас там, да? Протираем. И смотрим, чтобы ни одной ворсиночки у нас не осталось от этого ватного диска. И чтобы было не мокро. Но спирт очень быстро выветривается. Так, ворсинок практически нет. Вот только тут одна попалась. Отклеиваем телефон. Этот, господи, телефон. Стекло. Наташа, иди сюда, помогай. Чем? Сейчас нажмешь посерединке. Так, я сейчас посмотрю, везде ли у меня все так сходится. И тогда мы нажимаем прямо ровно на середину, держим. Посередине. Да, держи. Вот. Он начинает прилипать, видите? Не дави сильно-то. Все? Так, вот, все, стекло у нас приклеилось. Этим же ватным диском начинаем пришлепывать везде по краям, чтобы у нас везде все приклеилось дальше. Вот и все, стекло готово. А вот здесь тоже не доклеилось, это мы уже исправляем тоже этим же ватным диском. Так, ну вот и все, телефон у нас готов. А, значит, теперь я вам вставлю сейчас видео, кусочек из моего прошлого видео, снятое на Redmi 4X. И потом вставлю видео с этого телефона. Посмотрим, как он снимает и фоткает. А фоткать-то мы сейчас прям посмотрим. Так, нажимаем камеру. Угу. Такой звук. Приближает хорошо. Там даже это пикселей никаких не видать, очень хорошо. Так, смотрим видео с Redmi 4X. А следующее будет это уже. А вот как это сделать в телефоне. Вот видео у нас на розыгрыш. Делаем поделиться, выбираем любую соцсеть, здесь у нас ВК, отправить на стену пишем. Все, у нас ссылка готова, ставим галочку и у нас есть новая запись. Заходим в группу ВКонтакте, вот здесь у нас есть ссылка, почему она, кстати, нормально не открылась, не знаю, но она есть. Так, делаем копировать ссылку и отправляем в комментарий в YouTube уже. Так, эта съемка идет уже с Note 3, вот с этого телефона. Я вам покажу свой, на какой я снимаю. Кстати, вот такие силиконовые чехлы тоже продаются. Для моего телефона тоже с Алиэкспресса было классный, но он весь силикон, каждый силикон так желтеет. Вот. Он у меня тоже ультратонкий тип того. Очень классный, вот, мне нравится. Покупала я его за 17 тысяч года два назад. Вот такой вот. Снимает Full HD. Этот, кстати, телефон снимает 1080 разрешение. Вот такой. Ну вот, телефончики снова поменялись местами. Заходите, ссылочку оставлю, смотрите. В принципе, телефон мне очень понравился. Очень вообще классный. Соображает быстро, памяти дофигища просто. А вам понравилось? Тоже две камеры тоже. Это. Вот не знаю, я еще пока не вижу разницу между моим и этим. Но разницу между моим и Redmi 4X я очень хорошо увидела. Там даже голос совершенно другой. Звук передается не очень, конечно. Так, ну ладно. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.